топ-5 фильмов про баскетбол. На пятое место я бы поставил «Космический джем» с Леброном. Мне кажется, всем бы понравилось чуть-чуть вернуться в детство и посмотреть на мульт героев с хорошей графикой. На четвертом месте расположился фильм «Движение вверх». Многое перебрали, ведь в те времена не был настолько развит баскетбол, но посмотреть хайлайты в слоумо всем нравится. Тройку лидеров открыл фильм «Тренер Картер». Это золотая классика, которую все должны посмотреть. На втором месте прорваться в НБА. Актуальность фильма и реализм на уровне. Первое место занял фильм «Белые не умеют прыгать». Очень хороший юмор и интересный сюжет.